Так, все. Не могу больше терпеть. Просто не могу больше терпеть. Всем привет, ребята, с вами снова Эдисон. Не могу. 13 января я записал ролик с Викторией Карате. Самый огромный троллинг, обман картой в истории Майнкрафта. И я ее прошел только на 50%. Какие-то голоса в голове говорят: Эдисон, Эдисон, да пройди карту. Я такой: нет, ничего, я проходить не буду. Они такие: Эдисон, Эдисон, да пройди карту. Я спустя столько месяцев, я просто не могу больше это терпеть. Поэтому я должен пройти эту карту. Я должен, ребята, я должен ее пройти. Но в этой серии мне нужно найти тролля посильнее, помощнее. Тролля, который будет более опытней. И у меня есть один такой на примере. А если вы хотите продолжение самой огромной троллинг карты в истории Майнкрафта, вам нужно поставить лайк прямо сейчас. Кто поставит, тот молодец. Кто не поставит, того Майнкрафт будет троллить до конца жизни. Поэтому ставь лайк прямо сейчас, а мы погнали. Да, давайте. Ну что, Евгений, Евгений, подойди сюда, подойди, тихо, не спугни. Подойди сюда. Не спугни. Жека, понимаешь? Я все прекрасно понимаю. Я проходил эту карту, но мне нужна помощь реального тролля. Вика Картер — это не тролль. А ты тролль. И ты поймешь, как проходить эту лабуду, потому что я себе не прошел до конца, понимаешь? Я тролль. Ты тролль, мы с тобой истинные тролли. Вика Картер, не в обиду, с тобой мы тоже еще, возможно, когда-нибудь что-то пройдем в этой жизни. Но, Жека, иди так, сюда. Я как понимаю, здесь, короче, троллинг, да, уже начался. Типа, сундук не открывается. Да. И тут я уже более-менее... Здорово, ёпты. Нет, а вот это я забыл, кстати. Вот это я, кстати, забыл. Прекрасно. Жека, нам тут нужно пробежать. Давай. Давай за мной. Тут останавливайся, иди сюда. Останавливайся! Я сказал, останавливайся. Я же сказал, останавливайся три раза. Давай, да, готов. Подожди меня, Быстрее, беги! Стой тут. Все. Тут у нас всегда открывается такая большая яма. Поэтому давай, Жека, за мной. Не толкайся. Да не так! Прости. Подожди, Жека, не толкайся. Не толкай. Тут все очень сложно. Мы же с тобой же не паркурщики. Или собака. Нет! Блин, я тоже... Давай. Твоя очередь проходить, давай. Так, ага. Пау. Давай. Я говорю, что это сложно, Евгений! Давай. Ты думаешь... Мы сейчас просто поддаемся специально. Мы поддаемся, да. Так. Ху. Блин, я просто боюсь прыгать, чтобы тебя не подставить. Давай ты вначале допрыгай. Да, даже вообще не почувствую. Просто я вот возьму и не почувствую так врага. Я про то же говорю, потому что там как-то слишком сложно. Ладно, моя очередь. Ты давай решай, сам решай, я не знаю. О, меня притянуло к земле! Вот почему мы не прыгали на этот блок. Опа. Страшно за тебя здесь. Сраный паркур. И за себя. Да собирайся, ёпты! До свидания. Подожди, а тебе не кажется, что там в конце тоже троллинг? Типа там, где у тебя лестница куда-то стоит. Иди ты нахрен, иди ты нахрен, блин. Дальше, ёпты. Подожди. Да, мне тоже так показалось. Да. Не умирай! Я просто горячий Майнкрафт. Да ёпты! Я сейчас тебе вот скажу, когда вот сейчас я умру, ты вот не переживай, главное. Иди ты вперед, пожалуйста. Ага, даже. Да сам иди на! А, я успею допрыгнуть! Давай, давай. Как я в первый раз тогда прошел это тут, ты понимаешь? Вика Картер мне тогда пела. Она пела мне. Что-то на бубне каком-то играла. Поэтому давай. Заряди меня энергия, заряди меня, Жека, заряди. Давай. Эдисон показывал писюн. Я сейчас сам специально спрыгну. Писюн. Ладно. Ебой! Пожалуйста, сейчас надо не упади. Пожалуйста, просто вот не соскользни.
Ты бегаешься, Жек, молодец. Фу, все, слава богу, мы это прошли. Пошли дальше. Пошли дальше, Жека. Жека, мы можем пойти в ад, но я помню то, что тут в ад не нужно было идти. Тут я уже могу все пройти, поэтому. Да. Так, сейчас посмотрим, что там в дырочках. Что там в дырочках, в дырочках? Что там по дырочкам? Опа! Молодец, ёпты! Так, подожди. Do you like this map? Что тебе нужно отвечать? Я хочу здесь нет. Ну, давай. Мне кажется, нужно ответить да. Ну, как хочешь. Как ответить? Не ври, Жека, не ври. Давай, следующее, давай. Давай. Ага. Не, сейчас я тоже умру, я уверен. Нужно просто по центру как-то пройти, я понял. Я сейчас снова... Где? Ты где? Я тут. Алло! Как ты? Алло, я тут, Жека, я тут! Как Жек! Ты это сделал? Там как дырочка, это... есть дырочка, вот туда. Да, вот дырочка, темненький блок такой. Опа, давай. У меня не темненький. Не темненький, ну ладно. Плохое зрение у тебя просто. Так, Жека, иди сюда. Тут я очень долго бомбил. Ага, подожди. Ага! Видишь? Так. Ага. Жека, я не знаю, что тут делать. Тут будет просто жесть какая-то. Стань сюда. Привет. Стань куда-то вот сюда. Видишь, тут не... Вот тут ты не можешь прыгать. Стань под невидимый блок. Вот перепрыгни сначала. Сначала перепрыгни. Стань вот тут под невидимый блок. Ну, да, где-то вот там стой. Да, вот, как стой как так. Как ты понимаешь, тут невидимый блок? Потому что ты прыгать не можешь, вот. Ага. Фух, Жека, ты готов? Угу. Стой на шифте и никуда не двигайся ни на миллиметр. Угу. Как ты это делаешь? Подожди, я не помню, куда нужно идти! Жека, куда нужно идти? Беги! Да все, мы сюда забрались, тут уже ничего не будет. Вот, я не помню, вот смотри, нас в предыдущий раз слишком тут затроллили, потому что я не помню... Ты можешь... Ты не учишься на своих ошибках, Жека. Чего? Ты можешь не прыгать тогда, когда я прыгаю на один и тот же блок. У меня вообще я был, типа, впереди. Не прыгаешь. А вот тут не Unreal! Вот, и смотри, что сейчас делать, Жека? Сейчас, погоди, я к тебе заберусь, чтобы понимаешь, что тебе там делать. Блин, как ты это сделал? Так, ну подожди, а что, ну на красный блок прыгнешь, умрешь, я понимаю. И в чем прикол, то что я под прошлой серии читал, вот я с Викой Картер на этом моменте закончил. Знаешь, в чем прикол? То, что нам даже не сюда нужно. А куда? Нет, точно не туда! Подожди, Жека, вот давай, тут. Я вот тут я не помню. Тут можно на эту фигню как-то запрыгнуть? Подожди. А! Вот! Как я это сделал, Евгений? Подожди, ну как я это точно слушаю, чтобы там не умереть? Я не знаю, как ты это сделал. А зачем ты? Мы с тобой застряли. Да? Окей. Вот нам нужно запрыгнуть куда-то... А, подожди. А. Понятно. Все понятно. Да. Все понятно. И что дать? Подожди. А может нам... Мне кажется, можно перепрыгнуть, нет? Подожди. А-а-а! Нет. А-а-а! Да твою мать, как туда пробежать? А-а-а! Да... На шифте надо. Ага. Да, нет, потому что тут еще один блок открывается. А, да? Жек, понимаешь, в чем прикол? Мы с тобой, конечно, все заново проходили, но смотри, в чем прикол. Я, кажется, понял о чём-то. Подожди. О! Опа! Еще паркур. Я не хочу больше паркурить, хватит! Что там было сейчас? Прикольно. Лукап.
Слушай, а может нам тоже не сюда нужно было запрыгивать, а через вот верх пробежать? На самый верх туда может забраться. Зачем? Зака! Ус, осторожно, ёпты, пожалуйста! Мне кажется, нужно лесенку построить с помощью этого, с помощью наковален. Как ты лесенку построишь? Ну как-то так, смотри, у тебя верхний какой-то блок есть. Чё это такое? Лукап. Мне вот смотрите. Дебил, я не... Да, я посмотрел наверх, там очень красиво. Зашибись. Жак, а я предлагаю тебе... Да собака! Так, смотри. Давай спидран. Спидран, Жека. Давай. Опа, запрыгиваем, смотри. Опа, потом, опа. Я на первый блок не могу запрыгнуть. Оп, подожди, а я туда случайно не допрыгну, Жека? Подожди, ты можешь меня подтолкнуть, когда я прыгну? Туда. Да на какой? Туда, прям, туда, далеко. Подожди. Ты уверен, что ты сможешь туда допрыгнуть? Не знаю. Давай. Да! Ебать! Так, хорошо. Что да? Ой, что дальше? Что да? Ага. Сейчас умрем. Ага, тут просто невидимые блоки. Господи, что мне столько ачивментов дали всяких! Мне тоже. Так, ключ! Смотри, Жека, у нас есть какой-то ключ. Туда мы не сможем, да, запрыгнуть вообще никак. Мне кажется, нет, тут опять каких-то невидимых блоков нет. Невидимых. У меня есть ключ. Что ключ может открыть? И как ты. Смотри сюда, Жека. Видишь, тут также не хватает одного эндерперла. А где мы с тобой видели. А, ты не знаешь то, что. Там, когда стрелы у нас пулялись сверху, там я забрал один эндерперл. Значит, мне кажется, можно оттуда еще один забрать. А, с помощью этой кнопочки. И нам нужно все заново перепройти. И это все заново нужно будет перепройти, да. Ладно, давай попробуй. Давай я прыгаю, ты меня толкай. Я не знаю, что ты. Давай. Раз, два, три. Опа! Молодцы! Смотри. А как тебе? Как ты это? Давай! Жека, подожди, еще все будет. Что ты там пошел делать? Подожди, тут невидимый блок. Что творишь? Подожди, Жека, аккуратно. Так, сейчас, подожди, ничего не делай, пожалуйста, ничего не делай. Я понял, что нужно сделать, уже перепрыгнуть. Да, ну ты не перепрыгнул. Да, я попробую, ты меня толкай, хорошо? Давай, толкну. Молодцы, мы с тобой молодцы, Евгений! Молодцы просто! Смотри, здесь опасно. Вот ты смотри, я в прошлый раз нажимал на кнопочку. А если просто не нажимать на кнопочку с помощью ключа открыть этот дроппер? Я открыл этот дроппер и тут, да! Жека, и в чем прикол, нам сейчас обратно это нужно проходить. Туда. А хотя, подожди, я вот чё... Нет, один, два... Смотри, прикол. Чего? Прикол, иди сюда. Я помню еще с прошлой серии, когда мы с Викой Каратер проходили, смотри. Жека, лучше не умирай. Не умирай, пожалуйста. Смотри. Иди сюда, у меня есть ключ! Я помню! Я просто троллю, я троллю эту карту, которую я уже все мои нервы затроллил. Иди сюда, Жека. Ты читер, я понял. Несправедливый Майнкрафт, в смысле, он нас троллит, а мы его троллим. Так, хорошо, как сейчас туда запрыгнуть? В принципе, все, достаточно просто. Давай. Там можно ли там невидимые блоки? По-моему, там невидимые. А, там, смотри. Так, ну, давай. Опа! А, Да! Да! Ебать! Ага, да, это типа... Подожди, тут музычка такая. Ты чё ты? Блин, это типа... Ну, это песня, да, играет, ты просто ее не слышишь. Да. Так, забрать свой приз, давай заберем. А, ну ты есть, это есть. Да, дайте мне туалетную бумагу. Нас зарекролили, я понял. В общем, Жека, не хочу тебя огорчать и расстраивать, но есть продолжение этой карты, тролльник Майнкрафта. Ну давай сделаем так, ребята, если вы наберете 25 тысяч лайков на этой серии и подпишитесь на канал прямо сейчас, то я обещаю то, что я затащу Евгения в следующую часть. Этого нечестного, лживого подлеца Майнкрафта, да, Жека? Да! Жека поломается и придет, не переживайте. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал и обязательно. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.